И всем привет, с вами я, Волсупер, и мы продолжаем играть на сервере randomcraft.ru. Ну что ж, продолжим играть. Сейчас я нахожусь на сервере Surreal Games. Итак, мы нажимаем, и мы переключаемся на арену 8. Да. Итак, она начнется через 20 секунд, это меня уже радует. Как-никак вчера мы не смогли поиграть, потому что не было игроков здесь. Ну что ж. Нифига себе уже. 20 игроков и 24. Да. Ух ты, у меня как лагануло-то. Все разобрали. Ну что ж, пойдемте. Вон на тот корабль. Угу. Хочу вам сказать, народ, что я скоро открою группу моего канала. Я уже сразу могу сказать, что какое название у меня будет в группе. А группа будет называться так, она называется «В гостях у Вулфа». Думаю, нормальное название. Пускай будет. А, кстати, сундук там был. О. Я думаю, она будет готова где-то. О, меч. Будет готово, даже не знаю, числа 10-го, может быть. Может и раньше. Но я ее как бы сказать. О, человек. Я ее вам скину в описании. Ну и все. Так. Ого! Не повезло крупно. Ну так вот. Вот так вот. Я буду рад тем, кто меня смотрит. Очень рад буду. Просто. Я думаю, что скоро будет много подписчиков. Ну, тогда и. Сейчас с этим временем будет все сложнее снимать. Но я не иду. Я же не привык еще снимать летсплеи. Ну так что вот. Пока что получается как есть. В дальнейшем все будет лучше и лучше. Я так надеюсь. Потому что на этом же учатся снимать летсплеи. Так, сколько там игроков-то? 10. Как-то быстро 20 игроков умерло. О, сундук, сундук. Е-е-е-е. Нас. А, хотя пускай качу. Так, осмотримся. Ух ты, пойдемте туда, сходим. Ну я, наверное, не все облазил. Нет, я думаю, не стоит прыгать или стоит. И. Хоп! Да, я сделал это. Там где-то дальше сундук, по-моему, должен быть. Так что вот. Я, наверное, скоро в ванильный Майнкрафт начну играть. После того, как примут мою заявку. Я написал заявку, чтобы меня приняли на сервер. Вайтлист. Вот так вот. У нас ничего нет. Ну тогда поплывем куда-нибудь.
Я иногда буду снимать летсплеи не один, а с друзьями. Я их, конечно же, вам представлю. У меня есть хорошая помощница. Ее ник на этом сервере зовут Лига 97. Она есть в группе, она модератор. Как бы помогает мне. Ну, если бы не она, я бы не знал, что тут. В общем, она хороший человек. Скоро я умру, потому что у меня 3 еды осталось. 3 мяска. А вот и сундук. Ух ты, тут никого не было. Хоть бы тут еда была. Пожалуйста, ну, пожалуйста. Пускай тут еда будет. А тут залезть. Я думаю, что вот так вот. Что? И что? Тут ничего нет. Вообще. Зачем я залазил? Что, спрятаться, что ли? Это что за фигня? Почему загрузка мира? The server you were in. Походу перезагрузка идет сильно. Да, вот такая вот фигня. Меня почему-то странно выкинуло. Краш произошел. Ну что ж, пойдемте куда-нибудь. А пойдемте слушайте на Team Frost 2. Да. Вот, на первом. Все. Будем играть в Team Frost 2. Вот. А, погодите-ка. Я за красный, что ли, играю? Походу, да. Я захватил первую точку. Пойдемте ко второй. Так. Кто-то нас атакует. Опа. Игра закончится через 10 минут. Ну, я, наверное, успею захватить флаг. Так. 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 Так, 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 так. Черт. А я с ними попытаться. А, походу вот здесь у них второй флаг. Ну-ка. Странно. Я убил Funny Team. Какой-то. Какая точка нафиг? 2 атакована. Ладно. Пойдемте. А вот не попадешь. Нет, смотри-ка, попал. Контрольная точка 2 атакована. Я думаю, что это вот эта вот точка. Понял, как меня сюда быстро выкинуло. Ну вот, я встаю, у меня контрольная точка 2. Атакую. Но почему-то у меня полоска не появляется. Ах ты, враг. Тебя убил Тоха Крут. На, Крут. Я бы так сказал, не очень.
ужасные лаги какие-то появились. Да. Хотя я думаю, классический Майнкрафт я назову плейлист «Ванильный Майнкрафт». Не-не-не. «Ванильные приключения», его вспомнил. Думаю, нормальное название. А вы как думаете, нормальные или нет? Я еще Даника 3-3-3-3 убил. И еще раз убил. Ой, 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 ой. Зря я сюда пошел. Такие лаги вообще не нравятся. Что за бред? И конечно же я перемещусь на спаун. В смысле, где я? Ух ты, я могу человека убить. Да, я убил. Где меня сильно залагало. И еще одного. Кто меня мучит? Ах ты, гад. Я убил его все-таки. И я на седьмом. На седьмом месте. Вообще. Это, видимо, я так уловлю. Ну, постоим. Нет. Ну и все, мы победили. Вот так вот. Пойдемте на какую-нибудь другую карту. А пойдемте на куда-нибудь. Пойдемте что ли на паркур. Я вам покажу как-то. Итак, и вот. Блин, жестокие лаги вообще. И вот я на паркуре. Как видите, я уже проходил несколько паркуров. Вот что я выиграл. Ну что ж, пройдем первый паркур. Так. А, и как народ, вы, наверное, заметили, что пишут. Ну, тут там победил на сплите. Да, тут есть сплит. Мы можем прямо сейчас сходить. И все. Будем там играть. Думаю, 5 раундов сыграем. Ай! Черт. Кстати, хочу вас предупредить. Вот за синий паркур ничего не дают. Как-то обидно. Да. Слушайте, а пойдемте-ка на сплив. Что-то мне надоело. Да еще и лаги эти. О! Я вообще выпал из мира почему-то. О, я появился. Надеюсь, плив так лагать не будет. Привет, чувак. Ну что, кто тут? Игра уже идет. Отлично. Отлично. Ну что ж, посмотрим. Вот так вот. Кто же победит? Крипер или тот чувак? Я думаю, победит тот чувак. Пойдемте-ка поближе. И кто у нас выиграл? Опять Герман. Да!
Только это не тот чувак выиграл, а выиграл Крипер. О, через секунду. И начали. Поехали, 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 поехали. Пускай кого-нибудь скинут они. Я просто так на льду потанцую. Вот так. Да, я так думал, он упал. Нет, 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 нет. Почему так лагает? Нет! Я упал. Ну, кто же там у нас остался? И у нас победил Рафар какой-то. Ну, сыграем-ка еще. Это тактику разработать какую-то. Ну, ладно. Так, если я буду просто бегать, а они будут драться, пока не сбросят, я потом сброшу такого. Ну ладно. Будь что будет. Ага. Догоним. Мы что, вдвоем остались? Походу, да. Да, мы вдвоем. Ох ты, ох ты, ох ты, ох ты. Я дырки не замечаю. Что, иди сюда. Ох, ох, ох. Вот так вот. Еее, я победил. Он был выброшен мной. Сыграем еще раз. Слушайте, наверное, я завтра начну снимать ванильное приключение. Да, ну и так-то, впрочем, это все. Я думаю, это вас радует, что я снимаю ванильное приключение завтра. Как? Ну, ё-моё, что это со мной? Да. Ну, бастик я такой-то. Как-то странно мне лагануло. Кокой-боко какой-то был выброшен. Привет. Привет, привет. Победитель, кто? Кто? Ух ты. Все, пять. И победитель X-Virus SSD какой-то. Ага, сразу видите, он загасился. Сейчас я делаю по-умному. А, он уже выздоровел. Так-так-так-так-так. Ладно, пускай дерутся. Я пока побегаю. Ха! X-Virus SZ был выброшен X-Virus SZ. Логично. Хопа. Тречка. Тречка. А вот фигушки тебе. Привет, чувак. Ух ты. Пронесло. А я сломаю больше льда, чем. Хоп-хоп. Как? Я сам себя выбросил. Ну что ж, народ, я думаю, я закончу на этом серию. Довольно-таки серия была скучной. Но, наверное, в ванильных приключениях будет получше.
Ну, впрочем-то, так-то все. А с вами был Волк Супер. А если вы только зашли, можете подписаться, позвать друзей, поставить лайк. Всем удачи, всем пока!